Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Найти Девианта было очень непросто. Ты проявил в этом большое мастерство. Но ты же знал, Девианты непредсказуемы. Тебе следовало быть осторожнее. Я надеялся, что он что-то скажет. Это была моя ошибка. Ничего. Надеюсь, ты учтешь это в будущем. Допрос был очень непростым. Что ты думаешь о Девианте? После насилия со стороны хозяина андроид демонстрировал признаки посттравматического синдрома, как будто ему переписали программу. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Каким будет оптимальный подход? Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Торопись, Коннор. Времени мало. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Новый виток конфликта вокруг. У тебя просто шок. Ты накануне патрульный катер БМС столкнулся с российским транспортом. Нужно мне стаканчик водички. Конечно. С сторон сделаны лишь предупредительные выстрелы. Министр обороны Дэниел. Немедленно отозвать войска и начать международные переговоры. Пока ни от Москвы, ни от Вашингтона ответа не последовало. Мы будем держать вас в курсе того, как развивается ситуация. Ты и ты со мной. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерс? Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо.
Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Лейтенант Андерсон, это Коннор. Андроид из компании CyberLife. Я жду вас в офисе уже почти 12. Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! На стол валится по 10 дел об андроидах каждый день. Раньше это были единичные случаи. Ну, какая-нибудь бабка потеряла горничную, вся такая хрень. Но теперь речь идет о нападениях и даже убийствах, как, например, вчера. Это уже касается не только CyberLife. Это уголовное расследование, и надо что-то делать, пока мы не в полной жопе. Я поручаю тебе эти дела. Выясни, есть ли связь. Почему я? Почему ты на меня это вешаешь? Из всех копов в стране я хуже всех подхожу для этой работы. Да я ни хера не знаю об андроидах, Джеффри. Я едва могу телефон свой настроить. Да все перегружены. И я считаю, ты прекрасно способен с этим справиться. Брехня! Просто никто не хочет заниматься этими гребаными андроидами. Вот ты и спихиваешь на меня. Из CyberLife прислали андроида в помощь расследованию. Это революционный прототип, будет твоим напарником. Нет уж нахрен! Не нужен мне напарник, а уж особенно пластмассовый урод. Хэнк, давай-ка не испытывай мое терпение. Я тут старший по званию, и ты должен меня слушать, не забыв заткнуть свою пасть. Знаешь, что моя пасть тебе ответит? Ладно, ладно. Я сделаю вид, что не слышал, чтобы не добавлять очередной выговор в твое личное дело, которое уже тянет на толстенный роман. И этот разговор закончен! Господи, Джеффри, ну за что ты меня так? Ты же знаешь, как они меня бесят. Что я тебе сделал? Вот что. Мне надоело слушать твое нытье. Либо иди работай, либо значок на стол. А теперь, если позволишь, я делом займусь. Я очень рад, что меня приняли. Уверяю, что приложу все усилия. Закрой дверь с той стороны. Хорошего дня, капитан. Слушайте, знаю, я вам неприятен, но работать вместе нам придется. И обоим надо приложить усилия.
Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. Ты образцы уже смотрел? В лабе, говорят, чем-то резали. Хотел спросить, вы всегда приходите на работу в это время? Да? Прихожу, как прихожу. Хватит уже ко мне цепляться, а? Короче, нужна экспертиза. Ладно, я запрошу. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. «243 досье. Первое 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Вчера модель АХ-400 напала на человека. Думаю, с этого будет целесообразно начать». Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься и... Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. Я тебе не друг, и советы свои держи при себе. Меня назначили выполнять расследование. А не сидите ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджег. Так что лучше не зли меня. Не то очень пожалеешь. Лейтенант, простите, что отвлекаю. Есть информация о модели АХ-400, вчера напавшей на человека. Ее недавно видели в Ривендейле. Хорошо. Thank you.